В преддверии мужского праздника 23 февраля мы пройдемся по звездам, которые, как нам кажется, совершают не совсем мужские поступки. Начнем с Андрея Аршавина, который давно уже добывает себе славу не как хороший футболист, а ввязываясь в бесконечные скандалы и разборки. Здесь вопрос возникает, когда ты после футбола оказываешься за бортом и нигде, за бортом как бы жизни, да, футбольной, и а другую жизнь ты не знаешь. Сейчас, например, он отсудил особняк под Санкт-Петербургом у своей бывшей жены Алисы Казьминой. Дом строился, пока пара была еще в браке. Но когда в воздухе запахло разводом, Аршавин быстро переписал коттедж на свою маму, которая тут же попросила невестку освободить его. Не остановила Аршавину мать и самого Аршавина то, что вместе с Алисой, как говорится, на мороз пойдет и общая дочь бывших супругов. И тот факт, что Алиса Казьмина сейчас борется с серьезным аутоиммунным заболеванием. Почему-то такой поступок Андрея Аршавина нас не удивил. Дежавю какое-то. Еще одна новость касается телеповара Константина Ивлева. 47-летний шеф в день всех влюбленных женился на 28-летней модели Валерии Куденковой. Предложение Ивлев сделал еще осенью прошлого года. Криминального? Ничего. Совет да любовь. Хотя, так-то ради новых отношений Константин ушел от женщины, с которой состоял в браке 20 лет. Понимаешь, что, блин, ну куда? Ну дайте отдохнуть, да, то есть дайте перезагрузиться. От этого союза у ресторатора есть двое детей. Сын Матвей и дочь Маруся. К слову, Матвей новую избранницу отца принял. И даже бывает в новом доме Куденковой и Ивлева. В общем, обойдемся без оценок. Ни он первый, ни он последний. Кто меняет старых жен на новых с разницей в 20 лет. Следующих антигероев у нас сразу два – Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин. Конфликт начался в прошлом году, когда продюсер Валерий заявил о бедственном положении артистов во время пандемии. А лидер группы «Ленинград» отреагировал на это высказывание едким стихотворением в Инстаграм и просьбой скинуться звездной семье на еду. Перепалка дошла до того, что Пригожин пообещал треснуть Шнурова по башке. Тот ответил заявлением в правоохранительные органы по поводу угрозы жизни и здоровью. И вот, та-дам, Пригожина вызвали на допрос. Вы же никому не расскажете, да? Я надеюсь, все свои или чужие затесались. Мужики, ну не стыдно. Может, поищите другие поводы для пиара.